Ирина говорит, что на 6, несмотря на то, что скандал с Пеей пока не прибавляет автоматически 3 очка кишиневскому клубу, но, скорее всего, конечно, все будет именно в пользу дачи решено, потому как Петрокуб поле покинул и по регламенту теперь тренирует команду Андриан Сосновский, известнейший в прошлом футболист, ну и сейчас дебютирующий на тренерском поприще в роли. 17-й Андрей Новиков, 31-й Даниил Субботич, 77-й Горан Галешич. А мы смотрим первую опасную атаку в сегодняшнем матче. Она за Милсами остается. Опаснейший прострел! И каким-то чудом сейчас Сергеев на борст. Пока не чураются футболисты идти в борьбу. Силовой перехват. Сейчас перехватили мяч шерифовцы. Жо Сантос уже в штрафной. Красивая комбинация. Сантос прострел. Ну вот вам и автогол. Вот вам и автогол. Не знаю, считайте, может, что я напророчил. Но это так будут думать, наверное, болельщики шерифа. Что накаркал будут думать болельщики Милсами. Еще 3 футболистов в черной форме туда же прибежали. Радумы. Жо, передача! И мяч едва не нырнул сейчас в дальний угол ворот. Причем его никто не задел. Антонюк поднимает руку вверх. Подача. Ой, как опасно! Оставили одного Раили. И смотрите, какая потеря. Раду Гонсарь, удар! И чудо-сейв! Чудо-сейв голкипера. В самом начале тайма пока остается единственным. Голит сильно вперед, но здесь попробует побороться, наверное, Субботич. И поборолся, и выиграл эту борьбу! На газ... Подача! И все. И все. Митуа. Передача... Неуклюже играет футболист Милсами. Кто бьет? Кто пробьет? Жо Сантос! Раду Мыцу! Это просто сейв для домашней коллекции голкипер. Атака Милсами. Джаби. На ногу сопернику мяч отдает. Заречнюк под левую. Удар, рикошет. И везет сейчас. Везет шерифу. И может быть вот как раз вот эта подставленная нога. Вы меня слышите, то вы и точно выбрали на этот матч для проведения субботнего вечера. А у нас Иванчич должен забивать. Ну как же так примитивно играть-то, Иванчич? Гонсарь, да что ж такое-то? Снимает куртку с себя сейчас Зоран Вулич и так в отчаянии бросает ее в направлении тренерской скамейки. Вариант, идет вперед Артем Разгонюк. Налево Жо Сантос. Во втором тайме чуть-чуть подутих. Бразилец, прострел! 2-0! И это Бенджамин Балима празднует свой выход с капитанской повязкой. И празднует он это... Ну и Раду Гонсарь. Нет свистка. Падает еще раз теперь уже футболист Милсами. Удар по воротам. Отбивает Раду Мыцу. Прострел! И как сейчас не забивает шериф третий мяч. Надо видеть опять... Наверняка уже свисток. 2-0. Шериф выигрывает у Аргеевского Милсами. Чем я поздравляю болельщиков Тираспольского клуба. Тираспольчане по-прежнему... держит на расстоянии одной победы кишиневскую дачу. И сейчас даже, правда, какое-то время будет у них равное количество очков, но лишь до того момента, когда Федерация футбола разберет инцидент.